Пайде. Дубыкин на, туда, на дальнюю штангу закручивает. Малов удар. И 4-1. Отличное завершение этой атаки. Денис Малов наиграл на гол в этом матче. Вспомним его прекрасный удар головой, который разминулся с верхним дальним углом ворот Аякса. И сейчас, и сейчас посмотрим повтор. Очередной филигранный угловой от Дубыкина. Очень хорошо там скинул второй номер, только что вошедший в игру, Дмитрий Андрейчук. И мало уже ничего не осталось сделать, как... Раба. Мы посмотрим сейчас, как Денис Малов против Андреаса Каллесте. И 1-0, дамы и господа. Денис Малов. Отличное исполнение. Хладнокровно, практически по центру. И мы ведем в этом матче 1-0. Смотрим еще раз. Ура, ура, ура. Ну, там, честно говоря, не... скажем так, решил Каллесте не по удару, а угадать, ну. Ну, Денис Малов, Денис Железный, нервы, еще непонятно, как говорится, ну, точнее, понятно, но не в эфире будет сказано. Да, давай, Денис, принеси нам, а может быть и билет прямо в первую лигу Б, ведь результаты мы пока, что там творится на стадионе в Силе, не знаем. Давай, Денис, а мы пока просто помолчим. Один. И звучит финальный свисток. Ура! Ура! Денису Малову ура! С нашим всем ура! Вот там Александр Кочергина. Это один из наших преданнейших поклонников, который всегда с нашей командой. И в хорошем, и в плохом. Ну что, все хорошо, что хорошо кончается. На воскресенье мы себе здесь... Я вам назначаю встречу и перед экранами ваших компьютеров. 2-1, мы выходим в стыковые игры. Три сразу игрока по 40 кто. Ловец и гол! Вот это да! Денис Малов! С опаснейшего стандарта открывает счет в этой встрече и выводит свою команду вперед. Шикарно, мягенько. Обвел стеночку и оставил вратаря не удел. Давайте посмотрим еще раз. Да, этим можно наслаждаться не раз. Здорово, здорово. Поздравляем Дениса с блестяще исполненным штрафным ударом.